Кто там? Ой, дряк. А, ну и нафиг. Ага. Лес такой прям. Да, тут по-любому где-нибудь леший какой-нибудь. Не торопись. А куда ты? А, не знаю, тут какие-то домики. Строение. Отдохни. Можно заглянуть, я думаю. По ходу дела. Похоже, лесопилка заброшена. Нормально. Зашел посмотреть. Что за задание? На 24 уровень. Ха. Ну, я прям даже не знаю. Давай осмотрим, наверное. Раз уж мы прям тут. Пошел прям куда надо, что ли? С чего ты взяла? Оно красным светилось же. Письмо друида. Ты с ума сошел, если думаешь, что все эти нападения наших рук дело. Никто из друидов ничего против вас не замышляет, не желает причинить вам вред. Наше призвание — заботиться о природе, но не ценой человеческой жизни. Кроме того, человек сам — часть природы, и вреда ему причинять нельзя. Подумай, однако, что природа живет по своим законам, и если она дает вам понять, что вам здесь не место, хорошо бы было бы подумать, как приостановить вырубку. Для вашего блага и блага леса. Ага. Там, наверное, в домиках еще улики. Скорее всего. Тебе же 4 штуки найти нужно. Ага. А вот смотри следы. О, да-да-да-да. Кости. Человеческие кости. Кажется, это все, что осталось от лесорубов. О-о-о. Подождите, мы еще. Это леший. А мы даже не нашли все улики-то. Это была вторая. А нам уже сбросили. Ну, не смертельно. Значит, это не сильно влияет. Любопытно. Интересно, от какой деревни это задание? Мы сюда просто наткнулись на это место. Это, я не думаю, что нам конкретно задание бы дали. Потому что там даже не написано, что это заказ. А, друиды взъелись, перешли от слов к делу. Как с утра на лесопилку приходим, инструмент весь испорчен. А этой ночью кто-то метнул секиру в дверь дома Вилли. Люди боятся. Переговорю с друидами в последний раз. Надо с этим заканчивать. Здрасте. Кто у нас реликт? Сколько я помню. Наверное, огнем его надо жечь. Так-то. А, ну у меня там как раз. Не то. А, чуть-чуть не достал. Ну, он что-то не сильно сопротивляется. Он такой неповоротливый, надо время, чтобы замахнуться. А, ну и все. А где-то еще должна быть какая-нибудь записочка. Да-да-да, вот здесь. О. Ну вот, последняя. Даже не знаю, долго ли здесь останусь. До сих пор работа, может, была и тяжелая, зато денег приносил достаточно на приличное житье. А с недавних пор начал я бояться за свою жизнь. Что-то является по ночам. Рычит и грохочет, прям невозможно. И волки все время воют. А вчера Симунд вышел вечером по нужде, да и не вернулся. Мы ни тела, никаких других следов не нашли.
Не знаю, может, сбежал? По мне, так лучше бы он сбежал, чем что похуже. По правде, так я тоже все чаще думаю, чтоб отсюда уехать. К тебе и к ребенку вернуться. Я ведь не дурак, так что, может, какому-нибудь еще ремеслу бы выучился. Как-нибудь мы бы протянули. Интересно, а он успел уехать? Хотя нет, если письмо осталось здесь, наверное, он даже отправить не успел. Да. Ну ладно. Радуют, конечно, такие вот вещи в игре. Ну, случайные события какие-то. Нам по другой дороге там. Да. Так, нам сейчас вот как-то вот здесь, наверное, проехать. По прямой, короче, прямо. Ну чего ты? Нормально тут. Ой, вот это вот страшно. А по Латвии нормально. Ага. А по карте толком и не видно, что тут как-то, ну, высота такая. Ого. Ну, куда-нибудь на дорожку. Слайс, там бандиты. Ага, смотри, про меч говорят. Да. И что, и все, сразу драться? Наверное, опять записка какая-нибудь будет. Ну, больно же. Ох. Ну, на кого записка? О, пожалуйста. О, вот и сам Кулилу. Свейнер, я все еще сижу среди этой долбанной китовой падали. А Стейфен не приплывает. А я ведь говорил Анке, чтоб не выходила она за эту сволочь. Уж не знаю, что мне делать. Кому бы еще продать этот меч? А может, отнесем его в Каэр Трольда, а? Может, крах и сменит гнев на милость? Помнишь, как смердило в хате, когда сдохла крыса за лежанкой родителей? Так вот здесь смердит куда больше и холодно. Отвечай быстрей, а еще лучше приезжай, Ирин. О, нам тут даже дают возможность быстро вернуться. Нетушки, мы сейчас сначала все посмотрим. Кто там? Собаки. Ты? Или волки. Да, тут, похоже, как-то ничего и нет. Угу. Что странно. Я просто думала, что здесь, ну, что-нибудь должно быть. Да. Тут неподалеку есть вопросики еще. О. Ящик. Вот так. Ну да. Никак. А там корабль, вон, смотри. Ага. А тут, я говорю, тут вопросики еще есть рядом. О, ну хотя это не так уж рядом. Это что-то другое. Это просто
какой-то рандомный лут. Ну да. О, а тут что-то засветилось, а мы не видели. Как интересно. А, подожди, это же... Не знаю. Давай-ка проверим. Не, это вообще не в том месте, так что да. Можно сюда зайти еще посмотреть, пока мы не ушли отсюда. Я так думаю. Угу. Не, ну исследованием, я думаю, мы потом здесь еще будем заниматься. Вопросики бегать. И вообще по краю пробежимся, я думаю, да, везде. Да, там сундуков, я думаю, немало найдется. Угу. Отва. А вон она. Шевелись, плотва. Прям дорожка такая. О, вот оно. Гремис, ты не становишься моложе. Ты должен передать свое знание. Должен лосось на нерест идти, а я буду делать, что хочу. Оставь меня в покое. А чего он не хочет? Плод будры, лист буквицы, растереть пыльцо из сопа. Нет, нет, не сопа. Купена. Да, купена. Или белина. Две щепотки. А, понятно, он просто уже, похоже, сам не помнит. Я хочу с тобой поговорить. А я нет. Ты мне мешаешь. А ты милый? В смысле? Ну, типа такой, вежливый. Ну, ладно. Геральт со своей обычной интонацией, наверное. Приятный ты человек. Ну? Ничего подобного. Я стал друидом, чтобы не общаться с людьми. Не улыбаться, если не хочется. Не притворяться, что я кому-то сочувствую, если его беды волнуют меня так же, как еловые шишки. Поэтому говорю тебе без обиняков. Исчезни с глаз моих. А то как бы твои глаза не исчезли. Я хочу, чтобы ты поделился со мной познаниями в алхимии. А, значит, ты собрался стать моим учеником. Вот это здорово. Может, еще спросишь у Дальрика, не поделится ли он с тобой землями Спики Рога? Я серьезно. Правда? А я вот посмеялся. Я посвятил алхимии всю жизнь, сынок. Буквально. Сидел над ретортами с утра до ночи. Задыхался от испарений. Обжигал кожу кислотой. Так что, если ты думаешь, что я просто так отдам тебе знания, которые вырвал у природы за годы трудов, то ты ошибаешься. Странная логика. Я был бы способным учеником. Давай спросим. Могу я тебя как-нибудь убедить? О, боги! Ты назойлив каков-то перед бурей. Я как раз готовлюсь к одному весьма трудному ритуалу, так что помощь бы мне пригодилась. Хоть бы и твоя. Если выполнишь три моих поручения, я возьму тебя в ученики. Ну вот, значит, все-таки можно. Не умничай, а слушай. Во-первых, принеси цветок курослепа из лесов Морскогина. Во-вторых, раздобудь мне бутылку спирта из старой винокурни на Градовой горе. И в-третьих, убеди Фритьефа помочь мне провести этот обряд. Он друид, как и я. Ты найдешь его под Бландера. Кажется, он поехал туда по каким-то делам. Ну, так как? В чем подвох? В чем подвох, да. Этот Фритьеф, кто он такой? Видермакер. Ты же не знаешь, что это значит, правда? Я еще обещал взять тебя в ученики. Ведермакер — это друид, который умеет влиять на погоду. Может унять шторм, вызвать град,
сделать так, чтобы врага испепелила молния. Поэтому советую тебе по-хорошему. Обращайся к нему с уважением. Спирт? Зачем тебе спирт? Как ты наверняка знаешь, мой потенциальный ученик, алкоголь является основой для эликсиров. И чем выше качество алкоголя, тем лучше эликсир. Этот спирт, ему просто нет равных. Это крепость, аромат. Только теперь его не достать. Винокурня на Градовой горе пришла в запустение. Но ты ведь что-нибудь придумаешь, правда? Ты же так уверен в себе. Цветок Курослепа? У него нет никаких алхимических свойств, кроме... Не учи отца детей делать. И нужен мне, кстати, не какой-нибудь цветок, а тот самый, из Морскогина. А там, если верить слухам, обитает лесное чудище, которое ревностно стережет свои травы. Лесное создание, которое ревностно стережет свои секреты. Что-то мне это напоминает. Хорошо, я сделаю все, о чем ты просишь. Но скажи, что за ритуал ты собираешься провести? Если хочешь стать моим учеником, отучись задавать вопросы. Я буду решать, что ты узнаешь и когда. А теперь иди. Одна нога здесь, другая там. Пока я не передумал. Что-то мне подсказывает, что это будет очень веселое задание. А, ну, по крайней мере... Так, стоп, я не доехал. Это не то задание. Прикольно. Ну, ладно. Давай доедем. А по-моему, квест светился у друида второго. Пошла. Да, кстати. Я поэтому и остановился. Он ушел. Ну, он как раз, наверное, сейчас придет туда, куда... О, подожди, в пещеру, наверное. Я иду. Пещера, пещера там. Да, пещера. Точно. Давай. Короче, так проще и быстрее будет. Нет, это не то. Не то? Нет, не то. Смотри-ка. Значит, оно дерево все-таки. Итак, о. Эй, подойди сюда. У меня на лбу, что ли, написано «Ведьмак»? Ты звал меня? Ага. К счастью, мать природы не обделила меня голосом. Не то, что других. Видишь ли, один из нас, Эгель, вдруг онемел. Ни заклятия не помогают, ни эликсиры. Но, говорят, голос могут вернуть сильные чувства, переживания. Так что я подумал, может быть, ты... Я, конечно, заплачу. Дам тебе отличнейшую карту для гвинта. Да что так? Ух ты. Можно попробовать, но я даже не знаю, с чего начать. Мне его что, напугать? Вот, да, да, именно. Напугать, разозлить. Что хочешь, только не причини ему вреда. Эгель обычно крутится у священного дуба. Бедняга, наверное, возносит молитвы о своем выздоровлении. Может, он просто не хочет с вами разговаривать? Да-да-да. Чё представляет? Гвинблэй. Это вот этот? Ага. Ты и есть тот самый молчащий друид? Ну да, глупый вопрос. Ну и чё? Делать будем. Так, и что? А зачем нам вот это вот спрашивать? А чё он пришёл спрашивать? Молчащего. Сразу пугало всё. Какими способами тебя пытались лечить? Тебе давали какие-нибудь эликсиры, травы? Мало того, что не мой, он ещё и глухой. Когда ты потерял голос, можешь показать на пальцах?
О, я ага. говорю. Очень приятно с тобой общаться. Держитесь все уже, Зайц. Вижу, мы не договоримся. Прощай. Разговорами тут, кажется, не поможешь. Испугав. Что, убийца, доволен с собой? В смысле не могу напасть? Рядом можешь кинуть бомбу какую-нибудь. А, так это не работает, да? Я вообще просто кастануть хотел. Не раздражай силы природы. Этот так не работает. Вообще, вот мне бы так спать. Что-то там руками развел. Задание-то что написано? Давай откроем. Давай. Я просто думал, может быть, сами разберемся. Настало время прибегнуть к новому инновационному методу. Именно держит его испробовать. Как? Испугав Эгеля, вернуть ему голос. Ночью попробовать. Шоковая терапия. А чем еще мы можем напугать-то? Шоковая. У тебя есть что-то с электричеством связано? Нет. Боги, дайте мне силы и мудрости. Может, как-то ночью к нему, правда, подобраться? Попробуй. Очень интересно. А он сидит. Маску какую-нибудь надеть? Да нет. Вряд ли. Котелки какие-то висят. Может, по ним треснуть надо, по котелкам? Чтобы они загремели. Вижу, мы не договорим. Котелкам? А ты видел там, какая батарея стоит? Нет, не видел. Повернись еще левее. О, смотришь, колокольчики. Ага, возможно. Офигеть. Не, вообще пофигу. Так к нему бесполезно, наверное. Он, наверное, сам заорет, если получится. Ну да. Вот ты когда с ним сейчас подходил вот справа, говорил, там что-то светилось. Я не очень поняла. Не сейчас, а вот перед... Посуда. О, она может наделать много шума. Если в нее как следует грохнуть, когда он пойдет спать. А, когда спать пойдет. Спать пойдет. Нет, там дерево еще. Мне показалось, что на дереве было. Я не поняла, что... Хотя, может, погасить, наоборот. Сейчас. Нет, вроде у дерева ничего. Во, а, нет, вон, что-то смотри. Есть. Осиное гнездо. Может, получится его использовать для шоковой терапии. Короче, нужно, чтобы он уснул, получается, да? Ой, да нет, так нормально. Ты куда? Не получилось. Вот тебе. Ложись спать. Спать ложись. Еще драться полезет. А зачем он огонь разводит? В смысле, почему мне его нужно... Что мне с ним нужно делать? Тебе, может, наоборот его погасить нужно, когда он спать. Или нет? Ну вот сейчас попробуй погаси. Ой. Да что ж такое-то? Вижу, мы не... Просто погасить, если. Ну, ё-моё. Он и так не горит. О, спать ложится. Зачем тебе столько котелков? Типа лёг.
Отцепись от меня уже, ты! Мы молчали. Все пропало. 3 года. 3 года ни слова, ни единого писка. До сегодня. Я нарушил обет. Ты доволен? Я хотел по-хорошему. Ну так не вышло. Прочь с глаз моих, пора. Не, ну нормально. А зачем ему это надо было? Ну да. Он же не мог не знать, что тут обед дал. Обманул. Возможно, действительно. А че, я думал, ты выберешь второй вариант. Я отсюда слышал, как он вопил! Отличная работа, ведьмак. А вот награда, как я и обещал. Что за жопа такая? Ага. Не люблю, когда из меня делают дурака. Запомни это. А то в следующий раз онемеешь по-настоящему. И все, да. Странное задание, странные друиды. Ну, видимо, по-другому шутить не умеют. О, и орбиты нам дали. Прикольно. Придержи ей. Быстрее. Так, хорошо. Ну, точнее, ничего хорошего, конечно. Давай тогда сейчас вернемся, наверное. Отдадим меч. Угу. Вот. Куда он нас поведет-то? А, он нас не поведет. Ну ладно, давай своим ходом вот сюда, наверное. На! Стоп. К нему? Олаф? А, ну правильно. В чем дело? Я отыскал вашу пропажу. Гулию? Да будет благословенна Фрея, где ты его нашел? На севере острова, у кладбища китов. Не спрашивай, откуда он там взялся, это долгая история. Во всяком случае, насчет воров не беспокойся, они уже никогда не будут красть. Ты заслужил награду, а я еще и от себя кое-что добавлю. Если бы Кулио не нашелся, мне бы пришлось смыть этот позор собственной кровью. Да блин, они сами не знают, как ударение ставить. То Кулио, то Кулио. Ага. А мы тут должны все знать прям. Забавно. Жалко, квест на маленький уровень, конечно. Опыта нифига не дали, денег нифига не дали. Но зато заставили нас помотаться по всему этому острову. А мне нравится тут. Прикольно. Не, ну прикольно. Мы там еще и парочку заданий сделали. Но сам факт. Не, я имею в виду, сам остров нравится. Визуально. Не, остров-то тоже прикольный.